Здравствуйте! В эфире детские новости Акел Бусер. Кто озвучивает знаменитую Каркушу? Как вас много и все пришли ко мне в гости. Обижаются ли школьники на прозвище клоун? Сколько кроссовок нужно, чтобы добежать до Китая? Какие добрые дела реально сделать в 7 лет? Ответы на эти вопросы вы узнаете 10 апреля.